Конечно же, во-первых, я очень счастлив, что это все официально и окончательно состоялось. Я рад быть здесь, находиться здесь. Все прекрасно знают, что «Аталанта» – одна из лучших и интересных команд Европы последние годы. Я следил за ними в Лиге чемпионов и смотрел их игру. Поэтому хочу сказать, что хочу развиваться и стать непосредственным и неотъемлемой частью клуба, развиваться с ними и добиваться титулов. Я, как и все люди в мире, болельщик футбола, следил за Лигой чемпионов и, конечно же, следил за «Аталантой», потому что она продвинулась очень далеко. Я, как и все, влюбился в эту команду, в их стиль, в атакующий стиль игры, который доставляет удовольствие смотреть. Я всегда во всех интервью говорил, что я не люблю описывать свой стиль игры, потому что мое дело за малым – это играть хорошо на футбольном поле и показывать хорошую игру. А оценивать мою игру будет пресса и другие люди. В Италии, в России очень любят итальянскую лигу, серия А. Есть много отличных игроков, много звездных игроков. Поэтому думаю, что это отличный вариант. И это сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате. В первое время хочется освоиться и, конечно же, приносить пользу только клубу. Я счастлив поработать с мистером Гасперини. Уверен, что если буду прислушиваться к нему, к его требованиям, то я вырасту как игрок и буду тем самым помогать команде. Я рад здесь находиться. Увидимся скоро. Бергамо, ми пьячи мольто. Форца Аталанта.